Господа офицеры, впереди несколько десятков боевых операций и еще больше испытаний в рамках проекта Spartan Assault и его продолжение Spartan Strike. Этот дуэт шутеров от третьего лица не связан с основными событиями серии Halo, он посвящен проекту Spartanец 4. Также мы узнаем предысторию конфликта людей и Ковенанта, освоим различные виды техники и на практике сравним арсенал землян и пришельцев. Наши враги разнообразны и очень подвижны. Потеряете осторожность и навсегда останетесь в этих поразительных по своей красоте и масштабам местах. Любителей ужасов нынче сложно напугать. Заброшенные психушки для них что санатории, и обитель доктора Примроуза не исключение. Как видите, клиника Уэзерби не страшное место. Здесь все такое красивое, а какая атмосфера. Гостей здесь встречают смертельными объятиями под бодрящую как дрель в череп музыку. Защитить от них может электрошокер, хотя укрытие и отвлекающие маневры вроде голосящего радио надежнее. Но не прятки с психопатами и загадки, а именно история делает Lost Within интересной. Перед вами хоть и незамысловатый, но неплохой триллер. Игр про магов много, но мало где можно колдовать своими руками. Именно создание заклинаний жестами – главное, что нас заинтересовало в этой пошаговой стратегии. Некроманты, люди и эльфы – для каждой из раз заготовлена своя собственная история о природе власти и морали, и решать считаться с ней или нет придется реже, чем хотелось бы. Это и незамысловатую графику компенсирует размер мира и множество увлекательных приключений. Поиски сокровищ, различные задания и загадки принесут золото, которого, как известно, много не бывает. Собственная армия – дорогое удовольствие. На первый взгляд перед нами простая аркада про машинку. Задавая направление, мы помогаем ей избежать препятствий и достичь цели. Вот только времени мало, а машин у вас много, и каждой надо проложить маршрут. Справитесь, и водители спокойно доедут домой, положив начало удивительной истории о временных парадоксах. Она связывает сотни судеб в десятках городов, где автомобилистам тоже нужна помощь. Комбинирование физики и хитростей, вроде снижения сцепления, добавляют головоломки элементы стратегии. Попробовать этот дивный коктейль может каждый, так как игра бесплатна. На мобильных устройствах появился триллер, подозрительно напоминающий серию Silent Hill. След пропавшей девочки привел инспектора Розу Хокинс в заброшенную психбольницу, где она и рискует остаться. Уж больно много ловушек и непонятных существ ее ждут. Да и патронов вечно не хватает, фонарик постоянно садится, а за стеной хрипит умирающий хомячок. Игра состоит из штампов жанра, и пугать ей удается плохо. Однако она хорошо сбалансирована и красива. Самое то для желающих начать знакомство с миром ужасов с чего-нибудь попроще. Вернемся к светлому и прекрасному. Дни бурной молодости остались далеко позади, но симулятор школьника вернет вас в прошлое. Играйте в контру, продавайте домашку, деритесь и дергайте молодую учительницу за юбку. Воплотите давно забытые мечты. Никогда еще аркадные стратегии не были такими хвостатыми и усатыми. Коты-сумоисты, коты-ниндзя, коты-великаны и десятки других мурчащих убийц. Деритесь за территории, укрепляйте базу и берегите тапки, ибо пушистый легион The Battle Cats не дремлет. Закрывает нашу подборку ода в память о курочке, утке, мопсе и Гэндальфе. Ваша смерть во имя высокого рейтинга не будет забыта. А теперь возродитесь и за дело. Должен же быть конец у этой пиксельной аркады про бесконечную дорогу.